вами компания «Электромотор». Сегодня хочу вам рассказать про рельсмосовый станок от Metaba DH330. Значит, моделька давно уже на рынке, более 5 лет, куча обзоров, куча различных тестов, отзывов мастеров. Я вам расскажу со стороны продавца и со стороны того, покупают, не покупают. Значит, по покупателям. В первую очередь, люди, кто с деньгами, стараются брать Makita. Они, в общем, все рельсмоса, я сразу скажу, они одинаковые, все на 330 ширину заготовки, все где-то у них одинаковые мощности от двигателя, и в принципе по характеристикам они близки. То есть самые, как бы, кто с деньгами, берут Makita, потом она где-то около 20 тысяч стоит. Metaba раньше тоже стоила около 20, но последние там полгода все время на нее акция, и ее можно взять за 15 тысяч. Все станки ноунеймы и, допустим, более такие дешевые, типа там Jet, U-Tool, Шепах, все они в пределах 10 тысяч. Поэтому переплата за бренд ориентировочно сегодня это около 50% вот с такого более-менее бюджетного станка. Чем отличаются, тем похожи. Ну, давайте конструктивно, все станки выглядят одинаково. На Metaba очень такой приятный подающий стол, регулируемый. Ну, кстати, я вот заметил, что ни на столе, ни сверху нету таких вот роликов для подачи заготовки. То есть модель уже 5 лет на рынке и морально, может быть, немного, да и подустарела. Вверху ручка для регулировки высоты ножей. Ножа здесь два. Легко купить на замену, как у нас на фирме, либо вообще в Украине, так и на Алиэкспресс люди заказывают. Очень простое строгание. Максимальная величина за проход 3 мм. Есть такая вот игрушка спереди, которая показывает величину снимаемой стружки, вернее, снимаемой части заготовки. Но на нее сильно доверять ей не стоит. Ручка, один оборот, по-моему, 2 мм. В общем, запустили ножи и идет строгание. Станок неубиваемый, куча обзоров, где они по 3, по 5 лет работают. Ни сервиса, ничего не требует. Данный обзор к чему? Хотим снять, как бы, такое красиво, Голливуд, чтобы вы близко посмотрели, как выполнена каждая деталь, как выполнены ножи. Станок известный и очень продаваемый, потому что находится в такой средней ценовой категории. Гарантия на Metaba 3 года у нас. Станок очень тяжелый, но это скорее плюс, чем минус. Потаскать его не получится. Сбоку удобные ручки для перемещения. Есть отверстие для крепления к станине. В общем, качественная модель от проверенного немецкого бренда. Посмотрите поближе, посмотрите качество литья, посмотрите качество поближе самого станка. Попробуйте в него влюбиться. И, конечно, по вопросам покупки приходите в нашу компанию «Электромотор». Цены у нас рекомендованные розничные, соответствуют тем, что рекомендует непосредственно импортер Metaba. Всегда посоветуем, можем подобрать, можно посоветуем. В общем, чем можем, тем поможем. Всем покупателям рады. А так, смотрите станок поближе, смотрите, выбирайте, анализируйте. Наша задача — снимать обзоры качественно, чтобы машину влюблялись, инструмент влюблялись и делали приятные покупки. Мы советуем покупать брендовые вещи, если есть деньги. Если нет, тогда ищите что-то подешевле. Metaba — это бренд, проверенный временем, станок качественный, оснастка вся есть, ножи все есть, легко меняются, недорогие, легко обслуживаются, легко поменять ножи. Вверху у нас цепной механизм, все там надежно, все сделано. Есть люди, его и разбирали, и смотрели, поэтому... Так, что еще? Надежный кабель, где-то метра три.
так, столы сказал, регулируемые. Простейшее управление. Кнопки включения спереди включили. Прямо с покупки можно запускать и строгать на данном турке. По вопросам покупки 5 Тринидад Три Восьмерки, компания Электромотор. Добро пожаловать, приходите, поможем, подберем не только Метабо, Bosch, Makita, либо более бюджетные, либо более дорогие инструменты.